Я думаю, что вы и без меня знаете, что в этой части FIFA есть особый вид ударов, швидой, читерский вот такой вот, который залетает практически всегда. А что, если я вам скажу, что есть еще один вид читерских ударов, который я сам для себя открыл чисто случайно. Никакие гайды не смотрел, никакие туториалы не подглядывал, я вообще даже не видел и не слышал, что... Люди шарят за такой тип ударов, так что, возможно, я буду первооткрывателем. В общем, когда вы выходите на рандеву с голкипером, частенько бывают такие вот случаи, когда вы бежите и такие не знаете, что делать, бить, не бить, перебрасывать. И зачастую вы там стыкаетесь с вратарем или же там защитник отнимает у вас мяч. Я нашел один очень эффективный способ, как можно забивать свои выходы один на один. Все, что вам нужно, друзья, это... Два раза нажать на кнопку удара. Я чисто случайно один раз так сделал и потом подумал, что-то как слишком легко залетело. В общем-то, суть удара в том, что вы, когда выходите один на один с голкипером, просто бьете низом. И голкипер практически никогда ничего сделать не может в этой ситуации. Наверное, стоит напомнить, что в прошлой части FIFA тоже был удар низом, но он был с кнопочками L1-R1. В текущей FIFA это мощный удар лонгшотом, и удар низом в прошлой FIFA были полной сранью. Давайте скажем откровенно. Удары постоянно летели не точно, куда-то коряво. В этой же части FIFA удары летят просто идеально. Самое главное слегка нажать кнопочку удара два раза. Вот, я вам сейчас несколько раз продемонстрирую. Пум! Мячик легонечко, точно в уголочек летит. Но летит не поверху, а просто низом. Вот так вот. Конечно, бывают случаи, что голкиперы реагируют, но зачастую у меня получается забить гол. Ну, то есть вы сами видите, какая траектория, и голкипер не успевает среагировать на удар низом. Очень странно, что никто из киберов или каких-то там крутых чуваков не делал туториалы по этому удару, а мне вот пришлось самому чисто случайно вот так вот натыкаться на этот удар. Вот еще раз показываю. Пум, удар низом, и голкипер нихера делать не может. Кто-то скажет, блядь, ты, конечно, можешь это показать на тренировочной арене, возможно, в игре все не так, поэтому сегодня мы вместе с вами... Будем тестировать этот удар непосредственно в самой игре. А тем людям, которые досмотрят этот видос, ждет сладкий бонус. Это пак за 100 тысяч, за 1500 FIFA поинтов. Выглядит он очень сексуально, поэтому его в конце ролика откроем. Ну а пока давайте разогревочно за 600 FIFA поинтов. Да, охуенно стартанули, 82 рейтинг. Ну и прежде чем мы начнем, друзья, я быстренько вам напомню о моих постоянных спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, у которых на сайте вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Также у них есть супер удобное мобильное приложение. У них есть отличный сайт, который работает на высокотехнологичной платформе. А также, если вы пройдете верификацию до конца, то получите отличный бонус. Это фрибет в размере 1000 рублей. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin к вашим услугам. Ссылка в описании. Тестировать этот потрясающий удар мы будем в режиме драфта. Ну и давайте какого-нибудь классного игрока, чтобы я такой вау, охуел. Ну кака. Вот еще одна херня, которая меня бесит в драфте. Нахера вы мне даете цапника? У меня же схема без цапника. Алло, блять. У него нет доп. Позиции, но если бы даже была, вы не можете игрока перевести его на дополнительную позицию. Блин, столько бесячих вещей в этом режиме. Ладно, поехали, будем собирать и отталкиваться от кака. Так, Габриэль Жезус, окей. Пока что, друзья, получается легендарнейший драфт. Посмотрите на эту срань. Просто, блядь, ни одного хорошего игрока. О-о-о, а вот это вот парня, кстати, можно на ЦПшника пихнуть. Ну, команда, конечно, за исключением Роберта Карлоса и КК, просто хуета. Вот, опять же, мне падает ПФЗшник из АПЛ, который бы по сыгранности подходил. У него есть дополнительная ПЗ-позиция. Какого члена собачьего, блядь, я не могу его сделать ПЗшником. Бля, как меня бесит этот режим. Вот, опять Джо Кол, блядь. Ставлю его на ПФА, но у него... Очевидно, есть позиция ПП. Это худший драфт в истории человечества. Вы посмотрите, блядь. Одно ебаное, рарное говно мне падает. Ну это невероятно просто. И Ван дер Сар. Ладно, похуй, буду играть не на своих позициях, блядь, как вы скажете, нахуй. Пока что я чемпион этого драфта. У меня 8-0 стата. Блядь, ну это пиздец. Ну вот этим драфтом я точно 4 подряд не возьму. Давайте, первый наш соперник, конечно, у него ебейший состав, блядь. Зубастик Роналду в составе, Дембеле, блядь, Маркизио, блядь. Вы чё, приколисты ёбаные? Так, вот так вот делаем. И чекайте удар. Во. Сразу же, первым ударом я забиваю. То есть практически все свои голы внутри штрафной я забиваю таким вот образом. Просто два раза на кнопочку удара легонечко. И мяч идет низом, и голкипер такой, ой, мяч, не дотягиваюсь. Ну ладно, у нас сейчас другие проблемы. Проблема называется в том, что у меня состав говно, блядь, полнейшее. Вот такой вот пасик даем, оп. Давай, Габриэль Жезус. Смотрите, чекайте. Оп, низом.
Ха-ха, голешик залетает, друзья, у нас. А я себя поверху ударил. Наверняка там бы кипер такой, нихуя себе, я сейчас вытащу этот удар. Оп, пасик. Давай, беги. Чекайте. Этот профессиональный удар, блядь, сиулетер соперник, во-первых. Так, 9-0, друзья. У меня в драфте, я просто чемпион этого режима, который я ненавижу. О-о-о! Здорово, братан, по несчастью. Ебать, ну у него Холланд и Салах в атаке, извините. Так, ну чё, поехали. Блядь, Роберто Карлоса, конечно, хочется потестить с его лонгшотиками, но... Сегодня мы тестим читерские удары FIFA 23. Так, съебался Холланд, блядь, отлетел как бомж. Ой-ой, вот и вам Салах новенький влетит своей швидой ебаной. Фу. Ага. Бля, ну хочется пробить, друзья, вы уж простите. Первый удар за Роберто Карлоса. Походу я вам покажу читерские угловые. Доводите до конца, низом щечка, чуть-чуть ниже, щечкой с закруткой. Хуярите со всей силы и забивайте. Чуваки, чекайте туториалы от киберспортсмена и запоминайте. Блять, хуёво, я вижу. Главное не выбрасываться, чуваки, в защите. Главное не выбрасываться и, блять, сейчас мне повезло, что он не забил. Так, Джокол. Делаем вот так, вот так. Ну ладно, я тоже ударю, на нахуй. Вынимай, чуваки, у меня три туториала в одном. Во-первых, читерские удары, читерские навесы и читерские удары швидой. Даже несмотря на то, что состав у меня срань ебаная. Но это до поры до времени, сейчас мне в полуфинале или финале какой-нибудь задрот встретится и выбит. Ёбанарот. Подкат! На нахуй! Используйте подкаты, друзья. В этой части FIFA они стали прям читерские тоже. То есть раньше подкаты, если я делал по праздникам, сейчас я их очень часто делаю. Так, хороший отбор. Ага, дальше. Блять, не получилось. Хорошо, мяч у меня еще. Болл-ролл. Дальше. И удар читерский. Блять, чуваки, ну вы сами видите, как это летит. Ну, типа, реально, я буду повторять из раза в раз, почему никто до сих пор не выпустил какой-то туториал по этому удару. Ну, это реально имба. И, возможно, не стоило сейчас об этом вам говорить, потому что многие сейчас начнут так бить, выигрывать, блядь. Хотя, возможно, кто-то уже выпускал такой туториал, если кто-то подписан на каких-то там второсортных киберспортсменов, может быть, кто-то и делал такое. Но, по крайней мере, в России я ни у кого ничего подобного не видел. Тем временем смотрим на состав соперника. Ой-ой. Блять, не, это какой-то лютый тип мне достался. В полуфинале тут мои читерские удары не помогут, если чел так вот ебошит. Всегда есть кто-то, кто сильнее вас играет, поэтому если вы даже думаете, что вы чемпион планеты, наверняка найдется какой-нибудь хуй, который переиграет вас. Блять, я два паса связать не могу. Он просто кроет всех и вся, блять, я в ахуе просто. Кажется, это моя остановочка. Да, это моя остановочка. Вот и прервалась моя цепочка побед в драфте. Он крутит ворот. Бля, не, это задрот какой-то, блядь. Ну, типа, я тут по первым движениям уже все понял, что тут мне вообще нихуя не светит. Он, блядь, даже крутит ворота, блядь, я в ахуе. Так, ну, возможно, он сейчас бдительность немножко потеряет. Я один мячик как-нибудь заковыряю. Своим читерским ударом вот таким вот. Да, читерский удар все еще работает, друзья. Так. Пенальти! Короче, пока названия нет у этого удара, я придумаю сам удар под носа. Это как паки, спасибо, пандос. А чё, блядь, паки у меня уже есть, пусть и будет свой удар. Такой вот я скромный. Так, он сейчас швидой ударит, да. Этот чудак просто знает все нахуй, все метовые фишки. Кроме моего удара. Так, ну чё, ГГ. Соперник был просто, блядь, каким-то ебанутейшим задротом. Реально, вот такой уровень игры я крайне редко встречаю в этой части FIFA. BLD. Хуй знает, что за чел. Наверняка это какой-то хуй, который делает 20-0. Ладно, давайте еще один матчец я сыграю. Division Rivals, третий сезон. Мне как раз до полного прогресса осталось один матч. Вот таким вот составом я сейчас играю. У меня Бекхэм на ЦП с пасиками. Вообще прекрасно дружит. Я думаю, что в каждом составе должен быть игрок, который вот пасы 90+, чтобы он вырезал там красоту. Про Милита вы, возможно, слышали в прошлом видеоролике. Я им восхищался, продолжаю восхищаться. 9 матчей, 15 голов. Че по составчику? Льорис, Кордоба, Кочи, Сьен, Криштиану Роналду, Месси. Ебать, вот это склад, блять. Вау, красиво. Базару 0. Так, Бекхэм. Пас. И читерский удар. О, ради чего я покупал Бекхэма. И он сразу
дал шикарнейший пас на Дембеле. Ну и читерский удар не подвел. Два раза удар. Еще раз напоминаю. Запоминайте, чуваки. Многие, возможно, не всерьез меня воспринимают, но вы сами видите, что каждый удар залетел. А вы прикиньте, если эту мету еще будет знать какой-нибудь киберспортсмен. Не такой вот средний игрок, так скажем, как я. Какой-нибудь реальный там задрот, блядь, ебаный. Какой пас шикарнейший, просто от Бекхэма. Дальше вижу. И читерский удар. Бля, чуваки, ну вы сами видите. Ну это имба, блядь. Че ты, блядь, доебался до меня, а? Ты че доебался? Подача на Милита. Или Стерлинг тут. Блядь! У! Топи! Сука. Охуеть, че за... О, Криштиану Роналду, здравствуйте. Бекхэм. Вот такой вот. Читерский удар. Блядь, не, ну, с такого расстояния лучше не бить. Тут было слишком далеко. Нужно бить внутри штрафной. Ну, я тут сам виноват, я сам вышел из ворот. Поэтому никого здесь винить не буду. Он меня переиграл в этом моменте, базару ноль. Блядь. Мог сейчас забить на последней минуте. Ладно, 2-2, соперник был хорош, базару ноль. Блядь, сколько ж матчей я уже отыграл в этой фифе. Я, блядь, впервые в жизни, мне кажется, отыграл 90 из 90 матчей. Ну и в конце, друзья, как я и обещал, пак за 100 тысяч монет, либо за 1500 фифа-поинтов. Три игрока, 84+. Давайте сейчас вскроем. Чё? Это пак за 1500 фифа-поинтов? Что? У меня просто нахуй нет слов, серьезно, блядь. И три худших игрока, блядь, из нового промо. Чуваки, просто вот не повторяйте мои ошибки. Не ведитесь на этот ебаный скам от этих ублюдочных яшников. Просто, блядь, худший пак в моей жизни. Вот такой вот видеоролик получился. Если вам понравилось, оставляйте лукасы, классные комментарии. А с вами был я, PandosFXH. Всем хорошего настроения. Чао какао, хотела сказать, но нет, я хочу еще купить котиков. Тут есть классная хуйня вот такая, это котики, 350 фифа-поинтов. На что я трачу свои деньги? На жутких котов. Это впервые за долгое время оформление, которое мне прям дико понравилось. Все, теперь пока. Чао какао.